Здравствуйте! В эфире «Абаза ТВ» биографический салон. Сегодня мы пригласили к нам в гости Сергея Матасяна, героя Абхазии. Также мне хотелось бы добавить, что в наш салон приглашена аудитория, и в конце нашего интервью все желающие смогут задать интересующие вопросы нашему гостю. Сергей Владимирович, в одном из своих интервью вы сказали о том, что вы такой же абхазец, как и все остальные абхазцы. Люди, которые вас не знают, а слышат только вашу фамилию Матасян, ну, по меньшей мере, удивятся этому, да? Как давно вы ощущаете себя абхазом и почему? Знаете, я иногда себя в шутку называю абхазец армянского происхождения. Условия, в которых я родился, рос, вырос, это я городской из города Гагры. У нас, в принципе, не было такого, что был ты хороший, потому что ты грузин или плохой. То есть такого не было. Мы жили, так сказать, всех оценили по достоинству. Какой ты? Вот. И наш менталитет, я боюсь, чтобы меня неправильно поняли, ну, я бы скажу, больше абхазский. Не больше абхазский, а вот я впитал в себя любовь к своей родине, к своему народу, я имею в виду народ Абхазии, к его обычаям, традициям, языку. С самого детства. И, то есть для меня, в принципе, это мой образ жизни. Например, как вы здесь заметили, здесь, в Сухуми, мне приходится как бы иногда даже как-то неловко себя чувствовать, доказывать, чуть ли не доказывать, какой же я, почему я такой, да? В Гаграх, в кругу моих друзей, этого вопроса нет. И не было. Началась война, я со всеми своими друзьями стал с оружием, хотя у меня своего не было, там, брал у одного, у другого и так далее. То есть для меня вопроса не было, с кем быть. Здесь мне иногда задают этот вопрос. Ну, скорее всего, существует такая проблема и межэтническая, да, там, с кем были, с кем не были, почему были и так далее. Для меня этого вопроса никогда не было. Я был абхазцем, в этом смысле я остаюсь им. Так что, я думаю, это нормальное состояние нормального гражданина, нормальной страны. Спасибо за ваш ответ. Скажите, вот о каких наиболее ярких эпизодах вот довоенной Абхазии вы могли бы рассказать нам? Об атмосфере, которая была до войны в Абхазии. Как вы ее ощущали? Ну, я как коренной гагринец, опять же, скажу, что, в принципе, у нас был свой микроклимат. Я обычный, простой парень. Гагра подразделялась, наверное, как и Сухум, по районам. Вот в районе нашего Кабарце в Гаграх это была Шапшаловка по фамилии какого-то князя, который там жил. Вот мы шапшаловцы, там фонтанские были, базарские были. Обычная, нормальная атмосфера. Мы, если и соревновались, только там побороться с кем-то, футбол поиграть, вот такая. То есть до войны, в принципе, я уже включился в современную нашу историю во взаимоотношениях с Грузией, с грузинами, где-то с 89 года. То есть это не то, что вот пришла война, и я там подумал, там кто-то меня упросил, нет. То есть я уже достаточно активно участвовал и вот в этих мероприятиях. В 90-м году мы боялись, что здесь опять будет. Как раз в Сухуми прошло достаточно нормально, а у нас была потасовка там на стадионе. Камень. Да, да. Вот камнями перекидывались и так далее. У меня соседи были грузины и два брата. И жена одного из них была дочерью, как мы его называли, главного идеолога, был такой Нодар Хундадзе. Вот. И она была такая ярая националистка, и вот она мне все время говорила, ты дождешься, тебя ни за что убьют вместе со всеми абхазами и так далее, и так далее. В общем, были такие моменты. А что касается, ну, ярких, ничего такого яркого не было, кроме того, что я был женат, у меня было двое детей, у меня было много друзей, работа и так далее, вот все такое. Все как обычно. Вот. Я могу точно сказать, что моя биография, в принципе, новая биография в рамках новой страны началась с войны. Вот такое предвоенное состояние и война, вот, в которой у меня не было там вопросов. Я как офицер запаса, я не кадровый офицер, я как офицер запаса, но тем не менее я неплохо знал армию. Вот. Без всяких уговоров.
наоборот, проявил инициативу создать свой взвод. Ну, в общем, это долгая история. Угу. Скажите, вот вы родились и выросли в Гагре. Да. Я знаю, что вы живете по соседству с родственниками нашего первого президента Владислава Григорьевича Арцинба. И он приезжал к ним часто в гости. Можно сказать, что вы знаете друг друга с детства? Конечно. Да? Что вы можете об этом периоде рассказать из жизни Владислава Григорьевича? Об этом в книжках по истории мы не прочтем точно. Ну, такой эпизод. Руслан Язычба, его двоюродный брат, вот часто он приезжал, я помню, вот где универсам гагарский, бывший, там было кладбище, старое-старое кладбище. Мы так его и называли кладбищем. Это последнее захоронение, по-моему, было еще до Великой Отечественной войны. И там было у нас футбольное поле, место сбора. Вот Руслан Языч, он был наделен феноменальной способностью. Вот один фильм посмотрит там про немцев, да, кино и немцы. И мог две серии придумать на ходу. И вот я помню, что принес он какую-то шашку Владислав Григорьевич. Ну, он постарше меня, он 45-го, я 52-го. Вот, Руслан достал эту шашку и говорит: помнишь, там Славик, как дед наш там во время гражданской там махнет и нет головы у беляка. А Владислав говорит: так стоит, ну, да он был худым таким. Вот. А потом Руслан распылился и говорит: да нет, даже дед рассказывал, что как взмахнет этой шашкой, двух голов нет там, значит, да, и такое. И Славик Владислав, значит, Григорьевич так отвернулся, так вот улыбнулся. Я этот эпизод очень хорошо помню. Вот. Но потом наша семья была достаточно близка. Вот через Язычба Гайдар, дядь Гайдар, он погиб тоже 22 сентября на территории моего батальона. В этот день погиб мой брат, но дядь Гайдар раньше, там под снаряды не попали, их несколько человек погибло. Он был побратимом с моим дядей родным. Вот. Тетя Надя и моя тетя старшая были очень близки. То есть мы достаточно хорошо знали друг друга через вот папа мой был очень близок с отцом Руслана Язычба Назым. То есть мы давнишние такие знакомые, и для меня не было новостью. И Владислав Григорьевич очень часто интересовался, там, спрашивал, как там дядя, как там бабушка. В общем, да, достаточно такие давнишние у нас отношения. Понятно. Скажите, при каких обстоятельствах вы узнали о том, что началась война? И как вы восприняли вот эту весть? Это было неожиданностью для вас или ожидаемо? Нет, для меня лично было абсолютной неожиданностью. Мы, я даже не помню, чем там мы занимались. Я даже не помню, чем. Может быть, где-то и пиво пили, не помню. И вот нам сказали, это было 14-го, сказали, что началась война. Вот. Мы как бы отреагировали: да садисты, ради бога, лучше выпей пиво. Да нет, там, в общем, Арзамов выступал и так далее, это 14-го. 15-го, когда мы уже поняли, что война началась, мы уже собрались в 15-й школе, абхазская школа, 5-я, простите, вот напротив нас. Вот. Ну, как бы вот... Есть такая великолепная семья, очень близкая мне семья Дзябщипа. Там вот два мальчика погибли, братья, можно сказать, у меня на глазах в марте. И они, я помню, привезли Ника. Ника привез, он совсем мальчишка, еще привез. Приехал на машине легковой, багажник открывает и говорит: оружие. Мы подбегаем, значит, а там вот эти вот банки из-под пива. И фитили торчали. Ну, якобы там, не знаю, был порох был или что. Я, кстати, эту банку долго она у меня была, и после войны. В общем, оказалось, что они еще не взрывались. Вот это первое оружие наше было. И мы там уже стали как бы думать о том, как вооружаться. Мы услышали, что в Гудаутах отдали склад. Попытались туда выехать, нам сказали, что там уже кроме простыни ничего нет. Потом мы решили пойти к нашим пограничникам, застава прямо там недалеко напротив, на берегу моря. Но там оказался такой неумолимый начальник заставы. Он приказал огонь на поражение, то есть там было бесполезно что-либо требовать. Виталик Бгамба, мой друг, к сожалению, он умер. Вот у него много было, как у настоящего абхаза, много было оружия. Вот он мне дал иранскую винтовку. Потом объяснял, как из нее стрелять, потому что нужно было дважды стукнуть там прикладом, потом, значит, еще раз кулаком по стволу, ну, это так. Вот. Потом я взял более такую для меня подходящую винтовочку. В общем, вот так. Меня заметили потом мои соседи.
к 18 числу, насколько я помню, с Сухуми то же самое, по-моему, было, 18 где-то отошли. Вот. Нам сказали, что будет перемирие, никакой войны не будет и так далее. И мы, хотя я сразу сказал, ребята, уходить не надо с города, потому что войдут грузины. Ну, так и случилось. Но я уже был засвечен, хотя ни разу еще не выстрелил. И меня пришли расстреливать мои соседи. Вернее, не сами, а они приехали в этот 18 числа, они вечерком уже сабантуй устроили. Вот. И я по-грузински неплохо понимал и слышу, что речь идет обо мне. Вот. И не совсем, так скажем, в доброжелательных тонах. Вот. И я так тихонечко, окно и буквально вот их двор. И один так наперевес, пьяные. И что интересно, вот что я говорю, дочь фашиста вот этого, да, жена одного из братьев, вот она, в принципе, не разрешила, а братья не встали. Вот она кричала, там, мамули, прошу тебя, там все, а эти убьем, мовкла, там все такое. Вот, они не стали. И вот эта женщина все-таки, наверное, что-то в ней такое сыграла, и она не разрешила. Которая вам угрожала, да, практически. Да. Вот, потом приехали мои друзья, ну, в общем, долгая история, это такая затяжная, вывезли и так далее, и так далее, и так далее. В общем, все вот так вот и начиналось. В одном из своих интервью, рассказывая о своей жизни, вы также сказали, что до войны вы были ту самым обычным советским человеком, ничем от других не отличающимся. Да. И только во время войны вы как-то вот ярко себя проявили. Как это можно объяснить? В мирных условиях вы как бы неприметный человек, а в таких не жестких, а даже жестоких условиях вы как-то полнее себя проявили. И вот именно жестоких, да? Человечество не придумало ничего нелепее, чем война, да? Я не знаю. Я просто очень люблю свою родину. И я мужчина. Я посчитал, что нужно от меня, что я могу сделать. Скорее всего, пойти на войну. Не скорее всего, а пойти на войну, защищать свою родину. Знаете, наверное, было бы неправильно, нескромно. Ну, то есть я не думал. Вот идут ребята, и я иду. Я не могу по-другому. Когда вот говорят герой, там, что такое. Героизм, в принципе, это, скорее всего, совесть. Совесть, которая не позволяет быть в стороне. Вот мне моя совесть не позволила быть в стороне. А что касается моей карьеры, ну, опять же говорю, я был офицером советской армии. Не профессионал, но, тем не менее, я очень хорошо знал армию. Ну, достаточно хорошо. А потом я по своей натуре деятельный в любых сферах. Мне было бы интересно, я не знаю. Я как бы не думаю об этом. Мы от Нижнего моста к морю, там был, господи, Руслан Зардания, у них был позывной учитель, их оттянули, командиром батальона там был Вова Авизова Шакирович, он был ранен, и вдруг я слышу, меня ищут, я не могу понять, в чем дело, а мы как раз были на Гумисте. И мне говорят, мы тебя везде ищем, тебя нет, прихожу в штаб, и мне говорят, ты назначен командиром батальона. То есть ребята сказали, есть у нас один активный, давайте мы его и поставим. То есть это был мой первый батальон. Мартовский вот штурм, вот как раз я был командиром этого батальона. У меня заместителями были все мои гагаринцы, правда. Татаев вначале был начальником штаба, мне дали. Но потом его перевели, я пригласил. Там был Артур Равицба, там братья Гривапша, Юра Цулуки, это все мои начальники штабов, замы, там Вадим Чепия. В общем, все мои друзья гагаринцы, и мне бы как бы было более комфортно, удобней. Вот. И мартовский штурм, вот я был в качестве командира этого батальона. Почему, я не знаю, но я активный. И мне вот как-то было интересно все это. Я не мог спокойно спать, я не мог спокойно сидеть. Я за все переживал. Даже если вовремя пищу не подвозили, я такой шорох устраивал, что все говорили, к Матасяну лучше вовремя вот, подвезти, там, поесть, попить и так далее. Наверное, еще что-то заложено, что я соображаю в этом деле что-то. Я помню такой момент, это уже в Сухумском батальоне.
К нам на позиции приехали, почему-то его называли карате. Он генерал в отставке, карате, по-моему, что такое? Мы его карате назвали. И в его составе его группы были несколько офицеров действующих. Вот он меня спрашивает, почему так? Я ему отвечаю. Он говорит, слышишь, майор, какую академию заканчивал? Я говорю, мы академию не заканчивали. Вот. И он там, ну, русская армия так любит резкие такие фразы. И вот он там, учитесь, как надо воевать. То есть, я не знаю, так вот это. А потом меня окружали всегда очень толковые ребята. Вот в Сухумском батальоне у меня был начальником штаба Леван Мика. Молодой на то время, очень сообразительный такой. И потом я, если я что-то, допустим, не мог решить, не мог принять собственное там решение, да, я никогда не стеснялся. Все-таки мы, надо учесть, что наша армия – это не советская армия. Да, здесь все добровольцы. И иногда меня спрашивают, а как ты справлялся с Сухумским батальоном? Честно говоря, я не задумывался. И сегодня, да почему? Мне наоборот повезло, я с прекрасными ребятами прошел этот путь. Хотя могу сказать, что далеко неоднозначный контингент, так сказать, да, там были все. И я, например, был в близком контакте с ребятами, я мог любого спросить, вот ты как думаешь? То есть я иногда был просто солдатом, но чаще всего, наверное, всегда был солдатом, наделенным определенными полномочиями. Вот. То же самое вот в первом батальоне. После войны мои соплеменники наехали на меня и говорят, что такое, ты с абхазцами все, как бы сказали, фамилия Матасян, а ты ведешь себя не очень. Вот, и отправили меня в Лату возглавить армянский батальон. Вот. Ну, кроме того, что я там получил очередное ранение, познакомился с многими людьми, к сожалению, потерял людей. Вот. Ну, такой вот. Ну вот за время войны вы командовали аж тремя батальонами, да, насколько я знаю? Двумя непосредственно во время войны и после войны, после. Но в местах боевых действий, да. Ну, наверняка есть много историй, которые вы могли бы рассказать. А какие вот вам хотелось бы рассказать о солдатах, с которыми вот непосредственно вы были в бою? Да их много. Вот буквально в прошлом году на учхозе, прямо на трассе, стоит памятник нашим бойцам погибшим. Вот. И только вот в прошлом году мы собираемся там иногда, ну, а что касается праздников, это обязательно. И вот ребята мне рассказали случай, о котором я не знал. В подвале, вот мы называем дом Павлова, такой разбитый дом стоит, плакала женщина. Забежала в подвал, где были мои бойцы, плакала женщина, и ее спрашивают, в чем дело, и она говорит, там вот через дорогу в доме остались дети, двое детей. И вот мои пацаны перебежали, привели этих детей под обстрелом, под этим. Вы знаете, да очень много. Я могу вспомнить героизм вот в мартовской. А что касается вот сентябрьского, вот когда я уже был комбатом, сухумским комбатом, так там каждый шаг был только контактный бой, не считая того, что нас забомбили. И постоянно мы были в контактном бою. Были вот, мы же привыкли по фильмам, да, вот мой папа был участником Великой Отечественной войны. Правда, он не очень любил рассказывать, но тем не менее. Мы по фильмам, по книгам, да, мы там знаем все такое. А это все происходило на глазах, и без всякого пафоса. Это происходило на глазах, когда молодые пацаны, вот тот же самый, что я говорил, Мика и Кысик Дзябщипа, им еще 20 не было. Они погибли. Помню, там был... арестовал Виталик, но не с моего батальона, но какая разница, ему оторвало ногу. И его 18-летний сын, Русик, вот вытаскивал, как он отца вытаскивал, вот уже без ноги. То есть вот это проявление настоящего мужества, героизма. Я много могу, я просто сейчас боюсь кого-то пропустить, потому что вот Чингис Бегвава был ранен, вот, он... кричал, вот, ну кричал не от страха, не от боли, а вот он все кричал, вот от, как бы ему хотелось встать, пойти вперед, и он там всю родню вспомнил, грузинскую и так далее, отстрелялся, его едва-едва там оттащили. Вот. Ну действительно, вот герои, ребята.
И таких случаев много, практически всегда. Никто не убежал. Нас последний вот сентябрьский штурм было с батальона 126 человек всего. Вот мы перешли реку. Кстати, мы первые, ну, какая разница, первые, но мы были первыми. Час дня, 13:00, согласно предписанию, приказу, мы пересекли Нижний мост, вот, заняли плацдарм и так далее, ну и потом уже были другие подразделения, там батальоны и так далее. И практически на каждом шагу вот, я не видел трусов. Ну, кто-то, может быть, меньше, кто-то больше, но в целом, и, к сожалению, происходят суициды до сих пор. До сих пор. Вот сейчас бы не хотелось мне как бы делать больно родным и близким. Так не буду озвучивать. Парень повесился. Вот. Все никак он не мог пережить эту войну. Вот брат у него погиб. Один из Гудаута мне звонит. Ему тогда было лет 17-18, гранатометчиком был. И когда я чувствую, что он, наверное, выпил там, да, что и вот он никак не может с этого состояния выйти. Он все время говорит: комбат, ну что ж такое, почему такая несправедливость, неужели мы за это? К сожалению, вот такой вот отпечаток тоже есть. Были смешные моменты. Расскажите. Были, конечно. Мы в учхозе стояли, и вдруг был такой Даур Барсыц, прибегает и что-то хочет сказать, у него сорта пища, там что-то такое, что-то бах-бух, да что такое, успокойся. Оказывается, они сидели во дворе, и упала граната прямо рядом. Вот. Она не взорвалась, к счастью. Вот. Так он столько чертыхался, он с испугу схватил эту гранату и прибежал с ней. Вот, да. Вот он все, и он показывает, да я увидел, я говорю, ты что, ошалел, что ли? Ты что делаешь? Вот он с испугу, он ее взял с собой. Были всякие казусы. Меня попросили, я очень любил стрелять из подствольника. И мне говорят, вот выстрели в то окно. А я очень любил, и был достаточно опытным стрелком из этого подствольного гранатомета. Но не учел. Я пока там цель выбивал, высматривал и опустил сам этот гранатомет на уровне этого подоконника. Выстрел, и не могу понять, думаю, что такое, вот, что-то под ногами. Но это рассказываю долго, это все секунды. И мне один говорит: комбат, под ноги. А у меня мой снаряд вот так болтается здесь. Так он, к счастью, это так из сферы чудес. Не взрыватель ударил, а как бы под низ вот так вот. И я успел его поднять, вот только вот выбросил. Вот недавно мы вспоминали этот случай, как второй день рождения. Бывали такие случаи. Да, вот, ну, всякое бывало. За время войны, вот вы рассказывали в одном из своих интервью, были ранены несколько раз. Более того, вы потеряли близких людей на этой войне. Да. И вы говорили также о том, что боль физическая, которая вас беспокоит и по сей день, она ничто по сравнению с болью душевной от потери близких людей. Как вы справились с этой ситуацией? А я с ней не справился. Но как вы с ней живете? Как? Мне кажется, что чем больше я буду жить, тем больше будет память о моих братьях, о моих близких, друзьях. Ну, а то, что моя физическая боль, ну, она моя, она, в общем-то, никому не нужна, я к ней практически привык. Вот. Хотя бывает иногда очень больно, физически больно, потому что вот не проходит, нога покалечена и так далее. Там говорят, что нужно оперировать, но не до этого. Вот, конечно, очень сложно вспоминать. Вот мой брат возглавлял медслужбу в моем батальоне, и мы уже выдвинулись массив Гумиста, а недалеко жил наш дядя, родной дядя. И он не был эвакуирован там, и более того, мы слышали, что он был ранен нашим снарядом, там во двор упал. И брат мой говорит: ты представляешь, братан, там скоро мы зайдем к Дяхану, вот он будет там удивлен, приятно в это зайдем. Но он не дошел, к сожалению. Я когда подошел, значит, он стрелял. Там Томас Лакоба стоял. И я его оттянул, а до этого погибло Виолетта Клиевская погибла, Рита Цыжба была ранена. В общем, он из медиков остался практически один, по-моему. Я ему говорю: слушай, стрелять есть кому, а ты назад и оказание первой помощи и дальнейшая эвакуация раненых. Потому что мы шли вообще 22 сентября, это был самый драматический, самый трагический день в жизни нашего батальона. Средь бела дня мы шли штурмом. Вот. И нас вот с высоток
как зайцы, в общем, так лупили. Вот мы отошли, и буквально через 5 минут мне сообщают, что мой брат погиб. Там, ну, это так бывает, как в кино, гранатометный выстрел. Вот он сидел где-то вот так в стену, пробил и прямо над головой. Ну, что делать, война. А до этого мой кровный двоюродный брат, ну, мы выросли в одной семье, поэтому мне бы, как бы, он погиб в Каманах раньше за месяца полтора. Ну, мои братья такие же, как и все. Остальные тоже чьи-то братья, чьи-то отцы, поэтому, ну, у каждого своя боль. Скажите, с этими потерями вы смогли для себя что-то приобрести в духовном плане? Я стал добрее. Я стал гораздо добрее и внимательнее к людям. Почему, как вам кажется? Как это можно объяснить? Я не знаю. Может, кого-то что-то обозлило, а я наоборот. Я, знаете, по своей сути я не злой. Я, к сожалению, вспыльчивый, но абсолютно не злой. Иногда, бывает, могу нахамить, иногда даже и подраться. Но нет злости, нет. А в целом я, ну как вам сказать, обычный человек, но, наверное, я видел вот это. Я вам такой случай расскажу. Я лежал в Сочи в госпитале, и там был такой телевизор небольшой, и по одной из московских передач показывали Тбилиси, как мать оплакивает своего сына, погибшего в Абхазии. Я плакал вместе с этой матерью. Я видел горе матери. Моей матери, моей тети, горе других матерей. И как бы, я опять говорю, что человечество ничего не лепее не придумало, чем вот эта дурацкая война. Я не знаю, может быть, во мне победила природная доброта, которая передалась мне от бабушки, от папы, от мамы. Это были удивительно добрые люди. Скорее всего. А войну я воспринимал как долг. Долг мужчины, долг солдата. Война – искусство убивать и при этом не быть убитым. Когда говорят там не расстрелял тогда. Я никого не расстрелял, более того, я запрещал это делать. Но требовал так, ты смелый, иди в бой и там стреляй. Потому что если не убьешь ты, убьют тебя. Вот. И самое вообще-то по сути своей, да, война – это самое страшное, что придумало человечество. И поэтому, опять же, говорю, что но там ценности меняются, там человек превращается в живую силу. Эту живую силу нужно уничтожить. А эта живая сила – чей-то сын, чей-то муж, чей-то брат. То есть война полностью переделает ценности. И чем больше ты нахлопаешь эту живую силу, тем больше ты молодец, медальчиков там заработаешь. То есть вообще эта война – это, конечно, нонсенс. Самое страшное. Вот. Но в то же время я не знаю. Сейчас говорить о себе как-то неприлично, но опять для меня Достоевский, по-моему, сказал, да, красоту, мир спасет красота. Ничего подобного, только доброта. Красота может быть злой, может быть холодной, только доброта. И я не то, что придерживаюсь, я такой. Скажите, где, как и с какими мыслями вы встретили День Победы? И сегодня как вы его встречаете? День Победы, к сожалению, я встретил в госпитале в Сочи. Брата похоронили, вначале привезли меня, по-моему, но меня в больницу отвезли. Мои ребята привезли Виталика, вот, погибшего, конечно, вот. А потом, меня хотели отвезти в Сочи, я сказал, пока брата не похороним, я не уеду. Вот, и Лося Григорьевич, кстати, тоже был. Потому что дядь Гайдар, мы на одной улице живем. Лося Григорьевич приехал к дяде и зашел к нам, но он думал, что я погиб. Он не знал о брате. Вот, и там такой интересный случай был, он после войны рассказывал. Ну, в принципе, в меньшей степени, но то же самое я испытывал, как командир батальона.
Когда он зашел, вот он уже после войны мне рассказывал, когда я вошел в комнату, говорит, мама встала мне навстречу, и я, говорит, был готов к плевку, да, плевку, я не знаю, там, ко всяким там, не знаю, царапинам на лице, да. Она, говорит, подошла, обняла и сказала: «Славик, отомсти за наших детей». Да, вот. И он говорит: «Ты не представляешь, что это было для меня». Вот. Мне, говорит, приходилось часто приходить, и вот, говорит, вот твоя мать вот так вот меня как бы вселила в меня какой-то дух, какую-то там веру в справедливость, вот так и тоже было. Расскажите нам о своей семье и чем вы живете сегодня? У меня семья большая. У меня 4 детей, 5 внуков. По секрету мне сказали, что я буду скоро дедушкой 6-го внука. Вот. Дочь замужем в Гаграх. Мой зять по фамилии Чуас. Такая дурившинская, такая маленькая фамилия. Вот, там у меня 2 внука, внучка. Сын женат, у него дочь и сын. Вот. От второго брака. Но я общаюсь, это моя семья. Вот когда вы говорите «семья», это моя семья. Я постоянно общаюсь. Единственное, в общем, у меня все нормально. Мы как общались, так и общаемся. И я не представляю себе, что я буду вне своей семьи еду. Правда, туговато было с первой женой, это великолепно. Это просто чудесная женщина. Вот, просто чудесная, это очень редкая женщина. Вот, ну так в жизни бывает. Вот. И долго она как бы меня не подпускала, так не пускала, но я ушел из дому, оставил сыну ей. Вот. И потом мы, в общем-то, ну это же наши дети, наши внуки, куда деваться. Я не остаюсь в стороне любых проблем, я всегда рядом. Сын у меня майор, спецназовец, вот. Дочь у меня по образованию филолог, но сейчас уже готовится быть мамой 4-го ребенка. Вот. От второго брака у меня 2 девочки. Настя, 10 лет, она ходит в первую школу нашу, круглая отличница, заумная такая. И 2 года назад родилась еще у нас маленькая доченька, ей 2 годика, вот, назвал ее в честь брата Виталия. Брата звали Виталий, я ее назвал Виталий. Но это, по-моему, перещеголяет и Настю. Мы считали, что Настя у нас такая, это... Вот. Жена моложе меня на 22 или на 23 года, в общем-то. Но она считает, что я самый красивый. Сергей Владимирович, еще такой вопрос. Вот обращаясь к молодым, к следующим поколениям, что бы вы хотели им сказать? Что вы считаете основным и главным? Главным? Как вам кажется, да. Вот 16 марта, вот в память, да, нас пригласили на встречу в этом, у нас музее, у Зики Абея. Вы знаете, я почему-то почувствовал, что молодежь представляет себе патриотизм, это когда родине очень плохо в военном смысле. Не это патриотизм. Патриотизм в каждом шаге. Патриотизм даже в том, что ты не сломал куст, что ты не испортил какое-то имущество, что ты там не насорил, что ты не воруешь, не грабишь, не убиваешь. Вот что патриотизм, это в принципе, это твоя жизнь во всем. У нас почему-то говорят, там, вот воспитать духи патриотизма, имеется в виду там, служить в армии, там, воевать. Да мы что, всегда воевать будем, что ли? Слава Богу, мы не собираемся. Но если будем воевать, то, скорее всего, это будет глобальная война, да, не дай Бог. Патриотизм – это ежедневно, это твои поступки ежедневные во всем. Это любовь к своим родным, это я не знаю, ну, в общем, во всем, во всем. Вот, до меня никогда никак не доходит. Но у нас немножечко вот как бы... Сегодня такая своеобразная молодежь. Вот сегодня она удивительная, она хорошая, она чудесная молодежь. Но почему-то любой молодой может совершенно спокойно подойти и сказать: «Слышь, братан, ну ты знаешь, ты неправильно разговариваешь, слушай». Вот это совершенно спокойно, вот так это ему говоришь: «Сынок, ну ты кто такой? Ну я вот такой, ну а что? Вот я считаю, что ты не прав, Вася». Но... Вот. Кстати, к Васе я никак не мог привыкнуть. У нас в Гаграх Васи не было. Меня иногда спрашивали,
Но все-таки ты гагаринский. Ну, намекают на то, что ты армянин, но это в меньшей степени. Вот ты гагаринский, как ты с сухумцами. Нетрудно было. Я говорю, я никак не мог привыкнуть к Васе. Вот, я как-то, мы поднялись на Арбюк, но очень сложный был подъем, очень-очень сложный, там до тошноты и так далее. И вот сидит круг ребят, а я со спины выхожу, и один жалуется, говорит, слушай, наш комбат как этот, как слон вас опрет там, это, и все, думает, что мы это все, мы такие же. Я подхожу, а ему и шмаря там типа, знаете, он так посмотрел, я говорю, ну-ка встань, сынок, встал такой двухметровый, хороший мальчишка такой. Вот. Я говорю, ты посмотри на себя, посмотри на меня, кто из нас слон. Он говорит, Вася, вы взросляки, говорит, все двужильные, а мы паркетные, типа там. Я говорю, да я не Вася, я говорю, меня Сергей зовут. Вот он, не, Вася, Сергей, знаю я, ну вот, да. Вот, ну вот, к Васе я привык, ну привык, нормально. Сам, правда, не говорю, но привык, нормально. Ну, раз ребята так говорят, значит, часть сухумчан. Спасибо большое. Но сейчас мне хотелось бы обратиться к нашей аудитории. У кого есть вопросы, пожалуйста. Меня зовут Алина Таня, я учусь на журналистике, 4-й курс. У меня немножко личный вопрос. Вот у вас тоже жена, ну тоже по военной части, да? Вот как вы с ней уживаетесь? Но дело в том, что я сам такой. Вот я сам, ну должен сказать, что я не всю жизнь был. У нас после войны как бы... Знаете, нехватка кадров и так далее. Я после войны сразу возглавлял погранотряд. Потом я депутат двух созывов. Часть я был вице-спикером парламента. Вот. И достаточно много лет я проработал в милиции. Я создал по приказу министра, тогда его не было, отдел по работе с личным составом, и сейчас управление. И вот моя жена сегодня, она заместитель начальника управления. Как я с ней уживаюсь? Как-то раз мне... Один спрашивает тоже арзамасовский зять и говорит, слушай, арзамасовские женщины такие сложные, как ты управляешься? Я говорю, совершенно спокойно, просто если ты нормальный, с тобой будут нормальные, да. А женщина, она всегда женщина, арзамба она или адлиба, думаете, так. Нормально, хорошо. Вот, вначале было сложновато, потому что она по привычке ко мне обращалась либо товарищ полковник, либо... Вот, разрешите там приступить к обеду, вот, или еще там что-нибудь. А теперь нормально. Вот, и недавно я попросил ее, я, честно говоря, я умею по телефону только включать и звонить, больше ничего так не умею. Мне это не интересно. Ну, а молодежь, она ж любит все это такое. Я говорю, слушай, вот это как называется, селфи, я говорю, покажи, что это такое. Вот она, мы так, она... прижалась, значит, и сфотографировала. Я говорю, господи, чтоб я этого не видел. Ну, там такая сразу, я говорю, когда мы не смотримся, так, мне кажется, я юноша. Вот. Вот. Но я вам могу сказать, что у нас, невзирая на возраст, разницу в возрасте, у нас очень гармоничная семья. Очень гармоничная. Нора Гилаян, телекомпания «Абаза». Сергей Владимирович, вы рассказали про войну, вас в войне. Чем вы живете после? Чем вы занимаетесь сейчас? У вас такая большая семья, вы были такой активны во время войны, и как бы мы знаем, что и после нее мир вас принял, то есть мирное время приняло вас, и вы проявили себя уже в мирное время. Чем вы живете сейчас? Чем вы занимаетесь, чем вы работаете, кем вы работаете? И какие-то вот планы, может, у вас есть в мирное время, какие-то мечты военные, возможно, сейчас хотите осуществить? Потому что наверняка вот думали, ах, вот победим, и потом. И вот что потом, что бы вы сейчас хотели? Значит, я в каком году? В 12-м году, да? Полномочия мы сдали, я вернулся в милицию. Честно говоря, у меня не было особого желания. Все-таки два созыва, достаточно много, мне кажется. И в одном из своих интервью я сказал, что хочу вернуться в милицию. Я вернулся, действительно. Я, кстати, вернулся почему, я не скрою. Я проиграл выборы. Как говорила моя бабушка, совершенно внезапно для меня.
но проиграл. Вот. Ну и случилось то, что я сам, в принципе, хотел. Я вернулся в милицию. Вот. Проработал, и потом Адгур Харазия в прошлом году звонит мне и говорит, давно хочу поговорить. Ну, пришел, значит, он говорит, я предлагаю тебе место начальника жилищного управления города. Но я хозяйственником никогда не был, и потом такая нашумевшая служба, столько всякого нехорошего, там, да, там какие-то дела. Я вначале даже отказался, я говорю, Адгур, ну где я, где это управление? Вот. Ну, в общем, стал я работать, и по сей день я возглавляю жилищное управление города Сухум. Сегодня переживаю несколько такие затруднительные моменты, но они такие временные. Вот. А что касается активности, ну я не знаю, что вы имеете в виду. Я достаточно активен, хожу в спортзал несколько раз, 3-4 раза в неделю. Люблю таскать железки, ну, в смысле, там, штанги, груши и так далее. Вот. Свободное время. Могу даже вам сказать такую вещь, о которой, наверное, мужчины не должны говорить. Хозяйство, в общем-то, на мне. Я люблю готовить. Люблю готовить. Рынок, магазины, кухня – это мое. Вот. Вот. Если выбираю свободное время, я с детками, с семьей гуляю по набережной, посещаем иногда. Вот моя маленькая, вот она настолько рано начала говорить, и вот она, вот эта двухлетняя, вдруг мне заявляет, она что-то шепчет, что-то мне говорит. Я говорю, что ты хочешь? И потом она говорит, а бургер. Так четко по слогам, вот это двухлетняя она уже выучила, да. Вот. Хожу в абургер, не знаю, всякие заведения. В общем, достаточно активно, насколько это возможно. Спасибо. Есть еще? Пожалуйста. В общем, все свои тайны я вам рассказал. Светлана Ханагу, учитель истории Гулрипш. Я просто хотела сказать вам большое спасибо. И вот эти ваши слова, которые вы сказали, после того, как я потерял своих близких и братьев, и вообще после того, что пережил на войне, я не стал злее, стал добрее. Вот, знаете, прямо по сердцу так прошлись эти слова. Это главное, когда человек не ожесточается, что бы с ним ни произошло. Спасибо Богу, что у нас в Абхазии были такие войны, за то, что мы выжили. И низкий поклон всем матерям, которые родили и воспитали таких сыновей, как вы. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Далила Пили, я доцент университета и представляю «Мир без насилия» имени Зураба Ачбе. Нам очень симпатичен этот проект прежде всего, потому что мы уже узнаем совершенно по-другому изнутри все, кто воевал, и герои, и не герои, люди, на которых вся тяжесть войны лежала. И мы очень благодарны за то, что соглашаетесь прийти к нам, пообщаться с молодыми людьми. Нам еще и еще раз очень приятно в нашем биографическом салоне видеть всех, кто принимал участие. Он официально герой или не герой? Все, кто воевал, мы считаем, вы все герои. Спасибо вам огромное, что вы пришли и поделились своими воспоминаниями о войне. Огромное вам спасибо и удачи в мирной жизни. Мне тоже остается вас поблагодарить и пожелать вам здоровья и удачи. Всего вам самого доброго. Спасибо.